Сегодня я хочу вас познакомить с таким направлением в медицине, как трихология. Красивые, ухоженные волосы всегда считались показателем здоровья и благополучия. Трихология – это направление в медицине, которое изучает рост волос, заболевания, диагностику и лечение проблем с кожей головы и с волосами. К трихологу обращаются с такими проблемами, как перхоть, зуд, болезненность кожи головы, шелушение, выпадение, истончение волос и поредение. На приеме врач проводит опрос, осмотр, трихоскопию. При необходимости назначаются лабораторные исследования и фототрихограмма. После постановки диагноза могут быть проведены такие процедуры, как мезотерапия и плазмотерапия. Ждем вас в медицинском центре «Место под солнцем».